Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы в этом видео уделим внимание фотографии и поговорим о том, как простая фотография может испортить жизнь не на один день, а буквально на годы. Почему это так происходит? Что нужно делать? Далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Астрора. Ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают эту важную и ценную информацию. Знаете, мы часто с вами фотографируемся на различных событиях, и, конечно же, обязательно, когда идем на это событие, мы стараемся подобрать красивую одежду, интересный фон, макияж. И, конечно же, если мы берем, например, наши соцсети, то для фотографии главной, которая называется аватарка, мы стараемся выбрать лучшую фотографию, как нам кажется. Но, к сожалению, мало кто задумывается о том, что фотография может повлиять на нашу жизнь. И при этом не просто повлиять, а изменить. И при этом часто не в положительную сторону. Вы знаете, давайте поговорим сначала о значении некоторых цветов на фотографиях. Наличие, знаете, что наличие красных оттенков в одежде фотографируемого объекта нежелательно. Почему? Как мы все знаем, красный цвет – это цвет агрессии и воспалительных процессов. Например, когда женщина запечатлена в красном платье, она рискует получить болезни многих органов. При этом медики могут сбиться с ног в поисках причины недомоганий. Если вспомнить, что многие на Новый год фотографируются в красных колпаках, то вы знаете, от этого момента становится немножко страшновато. Или красный пиджак мужчины, кроме недуга в области груди и рук, может еще и означать агрессию и, скорее всего, по отношению к женщине, которая стоит с ним рядом. Также бросается в глаза и ремень такого же оттенка, что указывает на возникновение воспалительных процессов в области живота. Если на губах девушки красная помада, и это означает, что она всегда найдет колкие слова в ответ на ваши притязания. А вот красный галстук или бабочка у мужчины, знаете, это всегда признак человека, который умеет лгать. И не просто лгать, а умеет это красиво делать. А вот синий цвет на фотографиях всегда более благоприятен, он означает стабильность, но и он в сочетании с другими признаками может нести негатив. Особенно это касается, когда вы рассылаете свое резюме и в резюме отправляете свою фотографию. Обратите внимание, как что это за фотография и какие цвета там есть, потому что на сегодняшний день это также имеет очень важное значение при выборе кандидатов на ту или иную должность. Далее цифры. Вы знаете, с цифрами люди почему-то фотографируются редко, но числовое значение несут также предметы. Например, три пуговицы на одежде жениха. Знаете, это, к сожалению, знак измены или третьего человека в отношениях. Казалось бы, такая мелочь, но к таким мелочам нужно всегда присматриваться. Обращаем ваше внимание, что если объект на фотографии облачен в красную бабочку, то в таком случае он всегда будет обманывать свою жену, скрывать измены, а агрессию по отношению к ней означает красный цветок в области сердца, такая вот называемая виньетка еще по-другому, знаете об этом. Есть еще один момент, на мужчине синий пиджак, то есть изменять и обманывать он будет стабильно и при этом регулярно. Наверное, все понимают, что нежелательно фотографироваться на кладбище, на фоне могил и все, что связано с этим. Так как программу «На смерть» на фотографии несут и хвойные деревья, поэтому лучше сфотографируйтесь с березкой, чем с елью или сосной.
как бы они не были красивы для вас. Потому что объект, который запечатлен среди еловых деревьев, может приобрести неизлечимое заболевание. Вы сейчас скажете о том, но кто же-то придумал эту ерунду? Это все чушь. Для кого-то это, возможно, и чушь, и кто-то не придает значения. Но вы должны знать о том, что когда вы берете в руки какую-то фотографию, и если вы начнете присматриваться детально к тем деталям, то вы увидите для себя много интересного и нового. Что еще нужно знать о фотографиях? Не имеет значения, при каких обстоятельствах какая-либо часть одежды попала к нам и что мы носим в повседневной жизни. Даже если платье вы надели только ради фотографии, ну или кофточку какую-то, неважно, фотография есть и она, хотим мы этого или нет, она влияет на нашу жизнь. Конечно, невозможно определить, когда сработает эта программа, которая заложена на фотографии, через месяц или через 10 лет. А для того, чтобы убрать негативное влияние, лучше всего уничтожить такую фотографию, удалить с компьютера, удалить с социальных сетей, если она в электронном виде, и сжечь, если она бумажная, потому что именно информация несет достаточно важную информацию. Возможно, вы сегодня сфотографировали, получили свою самую красивую фотографию, выложили в социальную сеть, вы сегодня успешный человек, удачливый человек, у вас все получается, а в какой-то момент наступает, появляются у вас проблемы в личной жизни, проблемы со здоровьем, с деньгами теми же, и человек начинает сам задавать вопрос, а что же я сделал не так, какой я запустил в жизни процесс. И в один момент можно понять о том, что просто неправильно сделанная фотография, не в том месте, иногда даже не с теми людьми. Тоже будьте внимательны и осторожны, когда вы фотографируетесь, потому что, возможно, с вами стоят в этот момент самые завистливые люди, которые желают вам, к сожалению, не добра, а всего того, что можно пожелать только врагу. К сожалению, мы так устроены, так устроен наш мир. Хотите в это верьте, хотите нет, и вы можете жить в розовых очках и представлять себе, что все вокруг, все милые, белые, пушистые. Но очень часто это не так, к сожалению. И вы с помощью фотографии можете не только испортить свою жизнь, но вы, конечно же, можете и улучшить. Но опять же, это нужно знать, как это все правильно делать. Иначе вы можете испортить себе жизнь на долгие годы. И ходить по врачам, по магам, по колдунам и искать ту же причину. Но опять же, у каждого свой уровень доступа к определенным знаниям. А значит, не все вам могут помочь. А как говорится, вы сами сделали то, что вы сделали своими руками, и, к сожалению, разгребать все-таки вам и нужно самим. Помните об этом, поэтому будьте внимательны и осторожны с фотографиями, особенно старайтесь поменьше выкладывать фотографии в социальные сети, особенно если вы стали бабушкой, например, не нужно показывать малышей, деток. И мы, друзья, надеемся, что вы услышали наши советы, наши рекомендации. Подписывайтесь, и мы услышимся в следующем видео.